Добрый день. Хочу показать вам квартиру. Квартира находится поселок Новоозерная за Евпаторией. 25 километров от Евпатории. 45 минут ехать автобусом. Бывает за 40. Хочу вам показать самое главное. Где находится квартира. Вот смотрите, на берегу озера Донуслав. Медийная фирма у нас здесь недавно открылась. Выращивают мидии, рапаны. Вот такая красотища. Здесь у нас вот стоянка для машин. И рядом есть стоянка платная и бесплатная есть. И хочу вам сразу все с самого начала показать, с самого входа. Как говорится, театр начинается с вешалки. Так и я вам показываю с вешалки. Начинаем с входной двери. Вот такой предбанничек у нас. Две двери. Металлическая и деревянная. Вот есть здесь место для вешалки, для прихожей, турник даже есть. И вот кладовка с полочками. Так. Вот налево у нас санузел, совмещенный с ванной. Потом я все это покажу подробнее, поближе. Вот. А это гостиная, столовая, так сказать. Больше 20 квадратов здесь, ну, фактически. Сейчас я вам покажу. В квартире нужен ремонт. Вот смотрите, состояние линолеума, старенький линолеум. Нужен новый линолеум. Автономное отопление у нас. Котел. Регистры. Все рабочее. Это кухня, соединенная. Так, и вот заходим в ванную комнату. Бойлер. Есть полочка. А вот направо две раздельные комнаты. Эта комната у нас квадратов 13, наверное, может 15. Надо по документам. Я потом все выставим. Документы. Техпаспорт.
все выставим. Планировочку. Здесь деревянные окна, а там стеклопакеты, вот уже регистры. Вот такой коридорчик, который разделяет комнаты. Это комната квадратов 9. Она с балконом. Регистр тоже. Зимой в квартире тепленько. Очень выгодно автономное отопление. Застекленный балкон. Стадиончик никакой. Балконом еще раз. Стоянка машин. Это комната 9 квадратов. Так, сейчас входим. Кладовка. Такой предбанник. И стеклопакеты. Вот такая красота. Берег озера. Красотища.
Ферма, медийная ферма.